увидел будущее, а затем создал его. Он дал нам возможность сбежать отсюда в мир под названием Оазис. Вот он, Оазис. Виртуальная вселенная, мир ограниченный лишь твоим воображением. Можете делать что угодно. Поехать куда угодно. На планету для отпуска, например. Кататься на 15-метровых волнах на Гавайях. Спускаться на лыжах с пирамид. Или забраться на Эверест в компании Бэтмена. А зацените вот это место. Казино размером с планету. Здесь можно спустить состояние или жениться. Или развестись. А можете отправиться сюда. Люди заходят в Оазис, потому что могут делать здесь что угодно, но остаются в нем, потому что здесь можно стать кем захочется. Высоким, красивым, пугающим, другого пола, инопланетной расы, реалистичным или мультяшным. Выбор за вами. Да, это я. Ну, то есть мой аватар. Пока не захочу измениться.